Всех приветствую, вы на канале Мир глазами охотника, меня зовут Сергей. Очередные выходные, уехал в деревню поохотиться на селезня. Очень засушливый год, на моей памяти такого, наверное, не было. Соответственно, в пойме уток нету, она погорела, вот я в прошлом видео говорил. Я думаю, что много кладок погорело, много селезней с утками. Все-таки утка как бы имеется, много на канаве уток сидит, но на канаве там особо не поохотишься с подсадной. Поохотимся вечером, потом утром. Ну, там по обстоятельствам все увидите, все интересные моменты. Я буду охотиться с резиновой уткой. Я сдалека услышал, как селезень, и фу, бля. И, короче, три селезня и одна утка. Она крякала там в воздухе, видно, они ее здоровски гоняют. И я начал тут сразу осадки давать, прям кричать, орать в манок. Думаю, блин, просто они когда с уткой, тяжелее отколоть. Ну, я думаю, дам осадку такую конкретную. И дал, и он ляпнулся сразу, ну, то есть пролетел. Вернулся и упал. Упал и пару раз шварканул. Но тоже я не захотел сидячего стрелять. Отпустил. Вот, дал ему подняться и добыл. Ну что, с полем? Все. Первый вечерний селезень в этом году. Отлично, вот он. Готовенький. Оказывается, тут кладка утиная. Утка поднялась. Руками трогать не буду, ну вот. Вот они, яйца утиные лежат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Восемь штук. Это она сидела на яйцах, короче. А, кстати, я подходил, здесь селезень ее сидел. Вот она летает. Надо уходить отсюда. Сидела на яйцах, мы добыли здесь селезня, вот это, вот он. И вот она до сих пор сидела и... Хороший такой селезень. Он плавает два, не знаю, утки, селезни, но двое плавают. Хорошо, пускай плавает. Мы дальше туда пойдем где-нибудь, попробуем посадить. Ну вот, в принципе, две недели уже прошло, и с момента пожара, и уже потихонечку трава зеленеет. Много деревьев, конечно, сгорело, лозы погибло, уже не отойдет. Две утки и селезень. Ну какой молодец, а? Ловелас. Где-то я здесь и хотел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Засосала, бляха, одну ногу. Шо-шо, не полностью встал. Не полностью уперся. Сюда. Телефон поставим. Сюда.
солнце заходит. Надо добить надо. Есть. Офигеть, я просто, ну, сижу, крякаю все тихонечко, спокойно. Из-за спины он просто шваркнул и сразу ляп. Я, блин, ну хорошо, прям перед глазами упал и отлично получилось выстрелить. Правда, ну не чисто. Хотя, может, можно было не добивать, но я уже решил не рисковать, потому что... Блин, ну вот два взял за вечер, как бы. Ну, это отличный результат. Еще как бы посидим немножко. Минут 20 точно покрякаем. Ну, тут немножко утки летают в этой стороне. Так, ну 9 часов, 2 селезня добыли, еще тут летал, один или два точно, я слышал, отзывались, но почему-то не наманились. Ну как бы вальшнеп уже, я слышал, пролетел там. О, еще один где-то идет. О. Поэтому вообще можно было стрелять. Можно постоять на вальшнепа здесь. Вот, 9, сколько сейчас? 9.03. Ну, пойду, потому что уже начинает темнеть. Лучше завтра утром, что селезень будет еще по темноте летать. Можно до 10 часов охотиться. Не снимешь ничего особо. Поэтому лучше завтра с утра. С утра поедем на охоту и постараемся что-то добыть. И снять. Есть. Есть. Ну стой. Вот так. Хорош. И вальшнеп подобыл. Думаю, постою. Нифига себе, летучая мышь чуть ли не на голову не садится. Думаю, постою, блин, немножко. Немножко на вальшнепа еще возле машины. Раз уже тянет тут так вальшнеп, то думаю, постою, может налетит какой. Вот, налетел, добыл со спортинга вальшнепчика. То утро. Достаточно так тепло, туманно. Вот кинул здесь чучело, крякаю. Небольшое озеро. Вот он, первый наш утренний селезень. Немножко в грязь упал. Ну как, я начал крякать. Буквально там 10-15 минут посидел. Смотрю, с дальнего края селезень с уткой выплывает. То ли они наманились, то ли сами приплыли. Но этого я точно уже не узнаю. Ну и уже когда они поднялись, то стрельнул по селезню. Единственное, что камеру на голову забыл одеть. Ну а так я думаю, что
кадр он попал. Вот такой вот отличный, увесистый сележин. Утренний трофей. Все, едем дальше охотиться. Куда он падал? Сюда куда-то? Да я его не вижу. Походу подранок. Подранком селезень оказался, три раза стреляли. Можно будет потом силой, в принципе, подъехать, поискать. Мы, короче, со Степой скооперировались. У Степы тоже немая подсадная. Хотя вот голос прорезался, как налетала эта утка с селезня. Первый раз, да, Степа? Закричала. Короче, подъедем потом, поищем его, этого селезня. С собакой. Блин, он прямо у меня над головой пролетел. Я думал, он сейчас сядет. Тем более он, видишь, с уткой был. Ну, особо непонятно было, где утка, где сеть. Блин, я думал, что это два селезня, понимаешь? Я думал, что это, сейчас сяд. Поищи, поищи тут. Давай, 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 поищи. О, черепаху нашел, прикинь. О, болотная черепаха. Давай поищи тут. Давай поищи. Смотри, какая черепаха. Короче, не нашли. Не нашли. Ну, мы подходили, снялся селезень. Так, есть селезень. Опять же, с уткой был. Решил я сразу бить. Это то же место, где мы вот накануне подранка со Степой не нашли. Ну, вот он, красавчик.
зеленоголовый. Пришлось оперативненько добить. О, какой-то легенький, не крупный. Уже сгулянный, сгулялся. Вот такой вот. Красавчик на закрытие. Вот закрыл я сезон с подсадной. Ну как, с подсадной, с чучелом. Когда как охотился таким селезнем. В принципе, еще тут можно 2 часа охотиться, ну хватит уже. В принципе, воды, как я говорил, мало, но утка присутствует. В основном вся по канавам базируется, но это хорошо, много будет выводков на канаве. Не так тут уже многое ждать осталось. Тут пару месяцев и начнется осенне-зимний сезон. В принципе, остался доволен сезоном. Были свои как бы минусы, свои плюсы, но с трофеями, с хорошими кадрами. Вас добавилось на канале. В летний период видео будут выходить, так что ну, не забывайте про меня. В Инстаграм что-то буду скидывать, ссылка в описании. Вот Инстаграм, буду туда скидывать фоточки, видосики. Подписывайтесь на Инстаграм. Буду видео какие-то делать, но пореже, конечно, это уже будет у меня, можно сказать, отпуск. До августа месяца. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео и увидимся в угодьях. Ну, в принципе, еще такой желтоватый селезень, вполне себе съедобный. Ну, такой, еще немного даже жирненький. Нормальный.